Здравствуйте, друзья! Сегодня я вам расскажу о лечебных свойствах Вероники лекарственной. Вероника лекарственная обладает противовоспалительным, кровоостанавливающим, болеутоляющим, ранозаживляющим, отхаркивающим, мочегонным и желчегонным свойствами. Настой с травы применяют для повышения аппетита и улучшения пищеварения, для лечения заболеваний почек и печени, язвы желудка, как вяжущие при гастрите с пониженной кислотностью желудочного сока, для лечения бессонницы, бронхитов, бронхиальной астмы, ревматизма, при поносах, головной боли, как чай Веронику пьют при грыже. Настой травы. 20 грамм травы заливают стаканом 200 мл кипятка, настаивают, процеживают. Принимать по 2 столовые ложки за 2 часа до еды. Для наружного применения настой или отвар 20 грамм на 200 мл воды. Настой свежей травы Вероники на растительном масле в соотношении 1 к 1 настаивают 10 дней. В затемненном месте применяют для лечения курункулов, гнойных ран, ожога. Будьте здоровы!